Маш, меня зовут Дима, я продолжаю проходить классненькую игру. Это ты Redux. Всем приятного просмотра. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Если доверяй, ну проверяй, товарищи. Товарищам, доверяй, ну проверяй их. Отлично, Иронис. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков, блядь. Если будем друг друга прикрывать, все терпу. Понял тебя, Барбон. Самый мой первый новый попутчик, так сказать. А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Да, помню, если один иду, буду остерегаться кикимора. Офигеть, что с ним случилось, а? Ужас. Ну, какая-то игра очень классная, прям по графике, и она очень суперская. Реально, Дмитрий Глуховский, автор игр, просто сделали игру, просто вообще молодец, а. Реально, вот если выпустить фильм, это хочешь классную игру, и книги, блин, это вообще будет божественно, российская индустрия, российский кинематограф сразу поднимется вверх. От земли, что ли, или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Не знаю, не знаю. Можно будет проверить. Попробуй. Давайте попробуем прислушаться. Может, что-нибудь слышал. Ваши комби как? Звук обычной воды? Я ничего не слышу. Никита, Аника, пойдешь сюда сегодня, я видел местечко. Здесь по-любому что-нибудь интересненькое найду. Так, пацанчики, это хорошо. Бухи это плохо. Вот такие кимы, сучка. Блин, а. Нельзя спешить, я так, а? Я же поставил себе на самый уровень, жестко прохожу. Решил пойти металла. Сука. Все, полегли кикиморы, а? Ну, конечно, не кикиморы, носачи, демоны. Это реально, а? Угар. О, патрончики. Отлично, охренеть, что ему. Ого, куб голова отпечаталась. Хорошо, патрончики тоже нужны. Потому что на них не надо покупать. Блин, чуть я не попал. Покупать всякое оборудование, все такое оружие. Так. Тут тоже что-то интересненькое я увидел. Ух ты. Нифига себе, ящичек, полезненькая вещь. В любой игре это где-то выживать. А всяких метро, гасики всякие. Надо везде искать боеприпас себе. Иногда лучше везде полазить, а. Реально, найдешь чем-нибудь полезненькое себе. Или, конечно, вешайте на какую-нибудь громадскую близкую тварь. Ага. Сколько времени на канале у себя буду все проходить такие как Far Cry 1, Far Cry 3 проходить. Вообще, Far Cry 2 мне не очень понравился, мне не зашел, а вот Far Cry 3 это культовая игра. Это самая популярная из серии игр по Far Cry часть. Поэтому я хочу еще пройти ее. Так, зажигалочка мне не нужна. Ты сейчас прикупил себе пистолет. Если глушителя, то я могу спокойно все тихо убивать. Офигеть, что это такое? Куда это кровище? Хотя что глупо просто создаю? Она мертвая девочка. Либо носач, либо человек. Так, что-то тут тоже интересненько можно будет найти. Ну, самая главная наша цель, Артем, самая главная моя цель, добраться до полиса, найти медика. Это ж чуваки из каравана. Все шмуры. Узнаю почерк Третьяковских. А Ганза все грозится с ними покончить. Так, теперь будь настрем. А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Но работает.
Смотри, не задень банки. Понял. Блин, одну фразу Бэйбо не договорил, а сейчас же говорить другую. Вот что за человек? Или просто пак в игре? Ладненько. Быстренько их обыщем. О, еще один ключик. Скорее всего, тоже надо будет сейф найти. Так, ладненько, тут уже ничего у нас нету. Скорее всего, ничего не найдем. Сейчас аккуратно, главненько, банки не задеть, реально. Пойти, чтобы все было окей. Под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Понял, спасибо тебе. Понял, на стекло не наступай. Так, хочу потом все аккуратненько. Угу. Опачки, а это у нас растяжечка. Железная маза избавится от слепых из ваших. Знаю. Пойти мимо, и все будет хорошо. Так, ладненько, понял, сейчас главное на стекло не наступать. Тут явно у бандита очень много будет, а? Где же третий, чтобы все умерли? Так. Так, все, взял. Все, здесь ничего больше нету. А, маска прикольная. Эпийская. Как у Джейсона. Из фильма «Ужастик». Так, оп. Получилось. Прикольная-ка. Опа, пригодится мне гранатка. Так, опа. Выводим свет. Выбью фонарик. Пойдем дальше. Да они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь поставлю. Понял, я даже прикупил все этот старик глушителя. Так, ну сейчас, скорее всего, не знаю, кого не первого вырубить из них, а? Пока быстренько пойду вырублю. Фонарик, а? Меня не спалили. Опа. Так, реально, темновато в игре, а? Угу. Видите, тут все темно. Ну так, в принципе, видно, конечно, на самом деле, но тем не менее, темно. Так. Таня, с кого же не первого убить, а? Ну явно не тебя, ты уйдешь в эту сторону. А вот этот чувак я увидел. Он там слева, вот сюда вот ходит, в этой стороне. Он меня по-любому спалит, блин, а? И насчет будет. Я хочу как можно больше людей постараться убить по-тихому. Чтобы меньше потом, так сказать, потратить, а? Как у меня тем более уровни жесткие, а? Они явно на этом уровне будут просто жестко меня гасить, как сказать. Ой, сейчас попробую себе пистолет с глушителем. Можно сейчас еще ножик приготовить. Так, погодь. И... Офиг, на этом уровне не показывается от того, сколько у меня чего. Ё-моё, я стрял. Блин, а? Видите, это был не показан на этом уровне, а? Ладненько, чёрт с ним. Использую пистолет. Не-не-не. Сука, меня спалил, походу. Ты что-то идёшь? Есть, один готов. Честно говоря, я мог его вырубить, но ладно. Хочу посмотреть, попробовать. Реально, глушитель работает, хотя если пишет, он работает. Так, теперь следующий ублюдок, по счету. О. Есть. Готова цель. Цель номер 2 ликвидирована. Так. Я знаю, что я говорю, или 6 потом, поэтому надо. Так. Есть. О, что? Готово. Чё за хрен вообще? И показалось. Всё нормально. Не сыпь. Надо, походу, завязывать с бухло. Это точно бухло, это вред. Не пейте. Есть. Цель номер 3 ликвидирована. Аж так хорошо к нему дошло. Патрончики взяты. Тут их очень много, поэтому их не ликвидирую явно. По-тихому. Лучше вялку использую. Автомобиста, бэйби. Так получилось нормально убить. Сколько я? Ну троих я точно убил. Ага. Так. Что-то тут люблю по-быстрому их валю. Есть. Давай. Я готов. Начинаю.
штука, блин, а? Ебать, мне жизни поимела. Гладенько. Все нормально, все прорвемся. Быстренько у них пацанчик соберем. Так. У них явно, скорее всего, еще полюбать подмога есть, а? Куда тебя закинул, а? Фига себе, граната хорошая получилась. А тут гранатка, ух ты, пацанчики. Я их грохнул. Так, нормально, сейчас у всех все быстро соберу. Угу. Так, тут все, больше никого ничего нету. Оба, сейф. Давайте, я готов открыть его. Забойся, ух ты. Они хилы тут пацанчиков. Так, что, идем дальше, балбан. Ты не прикрываешь, или я белый. Готов, ублюдок. Готов, тварь. Сука, промазала. Ладно, попробуй ножом его убить. А нет, я его убил. Убил, все нормально. Ладно, копайся еще потом, но этого не забрал. Угу. Ух, прям в голову, а. Класса. Я, конечно, не асыкую стрелок, но тем не менее стреляю хорошо. Фигеть. Видите, как его захерачило. Охренеть, а. Ебать, городовой. Ладно, подел через хватит. Пошли дальше. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. Понял, понял. Подожди, я убью заметку. Надо ее обязательно почитать. Бармон явно не так прост, как пытается казаться. Да он грубоватый. Чувство юмора у него, прямо скажем, незатейливое, но потому как он рассказывает о своих похождениях, а еще больше, потому что о чем он предпочитает умолчать, понятно, что он обладает неожиданно острым для простого контрабандиста умом, осведомленностью. У Бармона положение только на ближайших станциях, но и, например, на кольце в целом просто поражает все ходы перехода, даже заброшенные он знает, как все и пять пальцев. Пойду, держится уверенно. Значит, явно побывал не в одной переделке. А в общем, не похож он на простого чернока. Ой, не похож. Это точно, простого чернока он не похож, а. Те обычно просто продают, во много историй узнают от людей. Но так, то есть, стрелять и все ходы знать они не могут. Так, ладненько, тут нам явно вырубать свет не нужно. А аптечки всегда пригодятся. Че, пойдем? Ёб твою медь, а. Блин, испугался реально. Скрип бы мне моя вывка новая пришла микрофона. Чтобы меня лучше было слышно, и чтобы я наконец-то хочу видосики записывать с вебкой, а. Пока у меня просто камера такси, поэтому я видосики не хочу записывать, а. А новую камеру я посоветовал Дарьон Коронайс и вебку. Понял? Будет исполниться. Ну, давайте, вылезайте, сложники грёбаные, папа пришёл! Папа пришёл. Самое главное, смогу ли я пройти игру на этом жёстком уровне, а. Я самый топовый уровень поставил раньше, а. Сука, Т. Лёпа, раз не Т. Ебать, у них красные глаза, это необычные мои носочи, а. Это бешеные носочи, а. Прям ультра-ультра бешеные. Есть. Фух, вытерли. Хотела газа кровь. Офигеть, получилось таки делать. Еще какие-то красные глаза, как обычные сочей. Которые мы встречал. Встречал их довольно много. Так, хотела газа не менять не надо. Опа. Берется патрончики. Ой-ой-ой, я чувствую, это не последний набег, так сказать, нападение. А сочи на нас. Кладненько погодь. Тут ничего нету. Надо быть на чеку, а. О, они уже ползут. Так, чтоб тебя. Сука, блин, а. Спасибо. А все нормально.
Заметили, как Бабабон, я заметил эту фишку, как Бабабон говорит, он меня перезаряжается, у него голос меняется. Это реально так и есть. Так, Ваня, тут у нас ничего нет. Обидно. То лучше не падать. Это боевая дрезина Ганзу. Ищу братву. У него понял, пока не будет сходить братву, я пока повазь его. Опущу людей. Что-нибудь тебе интересненько найду. Опа. Спасибо. За патрончики. Ебать, у меня лицо обгорело, а. Во, всё, фонарик нафиг не нужен тут. Всё, теперь всё ништяк, можно идти. Хорошо, пойдём. Да, шутка это, конечно, тем не менее, фига бы бомбическая, классная. Это, конечно, хочу проходить её, честно, очень, а. Уже буду проходить на своём канале лучшие одежды, метро и экзодуса. Так, фильтры у меня кончаются, блин, куда они пойдут? Ай, ёпа, СС. Ой, есть. Фух. Фух, всё, трое. Отлично. Так, пойдём. Что-нибудь тут найдём. Так, блин, думаю, поменять пистолет, а? У меня глушителя. Так судить дальше. Блин, глушитель пригодится, хотя... Ладно, пистолет глушительно стоит дороже, но... Ладненько, чёрт, мне пистолет глушителя нужен, хоть один пистолет. Глушителя вам уже нужно. Поэтому да, не буду менять. Чёрт с ним. Так, ну тут мы ничего не найдём. Пойдём дальше. Что-то, блин, как-то свободненько, когда твой держится, блин, на соплях, реально. Да, реально на соплях. Нет, да? Ты опоздал, говорит Бурбон. Беги. Спасибо тебе за патрончики. Человек, реально, что-то запоздал. Говорит Бурбон. Фразов. Ух ты, нифига себе. Так, аптечку я использую, а теги пожарные. Спасибо тебе, реально, огромное. Это сам, вода, ну, радиоактивная, это ясно. Опа, находочка отличная. Так, я думаю, потолкать можно уже снять, чтобы его не повредить. Попробую хотя бы. Понял, засада полнейшая, это каково, бля? Хотя тут говорили же, что на станции Алексеевская обрушение произошло. Вот оно это и обрушение. Тихо, суки, а? Училищеские твари, а? Это боится старика только плохой, а? Сука, стопни. Это все? Фу, вообще. Бурбон, вот так прям чище так, а? Ёпту иметь. Главное не упасть. Опа. Блин, тут потерогас уже нужен. Хоть потерогас я не повредил. Так, ну тут у нас ничего нет. Это мы идем дальше, а? Бурбон, ты просто еще бурбонная птичка такая тупорывает. Убегать, а? Слота. Не, реально, посмотрите сами, игра просто бомбическая, классная. На новом движке это просто вообще классно, реально, игра просто супер. Я играл первую часть, ну, просто обычный металл и Redux. Блин, тут графончик намного лучше, конечно, приятно. Что-то заметить заветно. Так, птичечку мне. Колю себе еще одну. В общем, у меня входит 5 птичек, которые ничего могут колоть. А черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь чего и двинем. Видите, у него был на потом гаснялся, оделся. Понял, пошарил. И вот, блин, что это такое? Что-то страшное, жутковатое.
место реально опасное, блин. Моя малеха, наверное, испугался, говорит, когда появилась. Так. Опа. Нифига себе, сколько у вас тут. Сколько у вас тут пацанчик, опа. Не это классно. Да, блядь. Помню, помню. Один до сухаревской вместе. Ну давай, и подарив калаш. Хорошая шуточка. Ай ты, милая моя красивая, я вернусь и покрашу тебе красочкой. И смажу мою девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Я слышу зов. Ой-ой-ой-ой-ой. Слышал это? Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Не слышал. Мне уже второй раз подать, спасать какое-то понятное, так сказать, чудовище, а? Реально. Так, сука, носач, ага. Наш сигнал пришел. Блюдок, а? Бежал тут. Куда он убежал, мне интересно. Эти темные добавил, он очень быстро перезаряжается, это круто. А, вагончик. Намекаешь, что сходить? Ого. Ну тут водичка. Охренеть. О! Что-то интересненькое, надо полюбостять. Как тут красиво, смотрите. Реально супер. Ладненько, идем дальше, не будем затягивать наши события. Нам надо добраться до полиса, можно скорее. Опа, ключик. Как он тут очутился, блин, а? Хотя, чё, блин, звук вопроса задаю, реально, а? Или так он умер, а чего, непонятно. Выбрался и хорошо, ну, не знаю, ладно, идем дальше. Барабан, не убегай, подожди меня. Не, ну, посмотрите сами, тут просто идеально все почти сделано, металла. Переиздание реально удалось. Опа! Подальше гранатки. Офигеть, сколько тут лежит, а? Чего лежит-то, что он сам себя выстрелил? Хотя каким образом? На солнце перегрелся. Аккуратненько. Опа! Тут явно что-то интересненькое есть. Сейчас сходим. Ой, блин, тут почему газ лучше снимать? Разряться. Так. О, еще. Ножичек всегда пригодится. Не знаю, чисто патрона, у меня такого оружия нету, а? Точно. А вот и эпицентр, это радиация в этом участке, на этом месте. И тут все радиоактивное. Ладненько, идем. Там мы точно уже не выберемся оттуда. Так. О! Фильтр нормально, хоть на 4 минуты. Хотя газ менять не надо, все хорошо. Так. Так, тут надо пойти сюда я, да? Опа, лесенка. Отлично. Ну вот и проспект Мир. Ты главное рта не раскрывай, папочка все сделает. Понял тебя, баба. Что же можно предлагать снять? Опа, рынок. Может, чей-нибудь прикуплите наверняка. Посмотрите, сколько я потом собрала. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Чё, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Убери! Семён, заводи дрезину. Спасём этих полутрупов.
Спасибо. Держись! Нам сегодня карта прет! Да, Бобо, с тобой, блядь, каждый день, блядь, как последний, а? Какой ты, нафиг, ножи, а? Маслины! Всё. Если, блядок... Сука, сделай это жёсткая тварь. Серьёзно? Я ж нормально патроны взял, а? Реально патроны нормально взял. Куда двигаться? Я пустой уже. Его красит, да? Да, сука. Куда вас столько много, да? Маслин нет! Да, у меня уже маслин заканчивается. Девушка попали, моя. Да сколько это вас, а? Эй, вы! Ну-ка покажитесь! Слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. О-о-о-о! Какая встреча! Может быть, это Маслини? Нет, это Бурбон! Собственной персоной! А я уж и не надеялся, что светимся. Семён, смотри, как тут наблюдал. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. Нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мерзкой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Ха-ха, у Бурбона везде есть друзья, а может и нет. По крайней мере, его очень многие знают, да? Это факт. Уже, походу, успел многим насолить, а? Бурбона. Тем не менее, мужик реально, он нормальный. В беде не бросит. Куда бы попали в задницу. Если Бурбон не горится, то нам капец. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйди на след! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься потащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может все так утрясу? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Что-то мы встряли. Стоять! Я с тобой разговариваю! Ты такой хмурый, может быть, мы помахаемся? Пока ты только почитай, как Бурбон болтает. Оба. Все нормально. Эти двое могут проходить. Ага, подождите. Да без Бурбона мне бы сюда ни за что не добрался. Он везде как дома, и с местными знаком, правда, как я и подозревал, у них Бурбон какие-то старые счеты. Он, похоже, сумелся с ними договориться. Впрочем, неудивительно, ведь проспект Мира принадлежит Ганзе, торговому союзу, станции кольцевой линии, самому богатому из государств, металла. Ганзейцы, обеспечивающие свое богатство торговлей со всеми остальными государствами и вольными станциями, больше всего ценят прибыль. Бурбон, думаю, подводил их в прошлом, теперь пообещал расплатиться с процентами. Только вот про них, как говорят, лучше быть другу у черта, чем у Ганзе. Не знаю, как Бурбон от них скупился. Важное, главное, что скупился. Добро пожаловать на проспект Мира.
Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Не, не хочу, пошли, папа. Независимая станция. Не, мы вляпались по самое помидор. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработать дадут, ну там я типа дерево разгребать, будем считать, что повезло. Понял, понял, Боба, здесь хожу. Я увидел патрончики. Мне они очень пригодятся. Что там с Полежаевской случилось-то? А ты не слышал? Странная история с ними будет. Странная? Страшная. Сначала у них разведчики стали. Мужики, я не мешаю. Быстро пойдусь, повачу. Что-нибудь найду. Я вообще-то атеист, знаете. Во всякую мистическую чепуху не верю. Поэтому я тогда решил на крыс, твари. А теперь я уже не в черном. У каждой станции есть своя история, как у людей на станции. Реально, есть люди тяжелюбные, есть люди так себе. О, сейф. Среди сейф, да, где-то есть ключик. Надо его найти. Служба доверия. Здравствуйте. Хотите выговориться? Давайте. Я пока что научу. Привет, привет. Что случилось? Чем могу помочь? Да, пожалуйста, я искать тебя. Надеюсь, у тебя все в порядке? А все отлично у меня. Опа. Спасибо, картиночка. Буквально. А с Бурбона я ждался. Могу скрепить себе станции смотреть, как думаю, а? Что, о чем сейчас хуто будет? Так, Ваника. Меня сейчас кто-то слышит. Ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро Проспект Мира. Как я? А тебе-то что? Люди, если вы живы, ответьте. Потому что у меня сегодня есть свидание после караула. Это Москва. Прием. Не может быть. Мы с ней в это время как грибы. Ах ты, ублюдок. А ну-ка повтори, засранец. Эх. Никто меня не слышит. Фа, боюсь, баба. А звоним, озвоним, может, как лоху. Сейчас кто-то слышит. Ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, Проспект Мира. Хорошо, ключик. Пойду и возьму. Экипаж танка, который чудом приударивается. Но они перегоняли свою машину из части в части. Да что-то там еще. Там же новое поколение бронетехники от радиации защищено. И вот как их было там три человека в этом танке, так и пошли они на полной скорости от Москвы и на восток. Проезжали через деревни горящие, баб с собой каких-то подбирали. И дальше на заправках солярой зальют и снова в дорогу. Короче, собрались в какую-то глухомань, где уже и бомбить-то нечего. Тут у них горючее и закончилось. Фон радиационный там, конечно, был, будь здоров, но все же не такой, как рядом с городами. Короче, они разбили там лагерь, танк на пол корпуса в землю вкопали, и вышло у них что-то вроде укрепления. Палатки рядом поставили, потом со временем землянки вырыли, генераторчик ручной подстроили для электричества. И довольно долго так счастливо жили вокруг этого танка. Я с ними года два чуть не каждый вечер разговаривал. Все дела их семейные знал. Кто с кем, от кого, сколько, почем. Сначала у них все спокойно. Там хозяйство завели, что-то посадили, что-то даже выросло. Дети у двоих родились. Такие почти нормальные. Боеприпасов у них хватало. Так они там всякого не собрались. Такие твари из лесу приходили, что он их описать не мог как следует. Этот лейтенант, с которым мы разговаривали. А потом они пропали. Я еще с полгода их поймать пытался, но у них что-то случилось. Может, генератор или передача из строя вышла. А может, боеприпасы закончились. Интересная история. Ваня, пойду, я сейф открою. Пойдем. Ну, вон он. Дальше продолжим наш путь. Оба подарочки. Ха-ха, Дмитрий Глуховский. Даже намекает тут. Да, автор. Видите, видите книжки по реально. Вот это классный автор, реально. У нас аварийная ситуация. Говнюки, Оника, идем дальше. Базар есть базар. Опять говорить, как у нас на станции.
Повод нужен. День машиниста мы уже отмечали два раза на этой неделе. Мой сын сегодня произнес первое слово. Поздравляю. Мама или папа? Никто не другой. Он сказал огонь. Вырастет будет солдатом. Папа, ответь. Ну да. Папа. Знаешь, старичка, да, кровососы напали. Можно выпить. Я о них каждую ночь кошмары вижу. Себя, бармен уже сам напил себе кошельку пьяная, а забить, а? Ни одну бутылку выпила. Спасибо. Ушел. Ебать меня понесло. Потеря реально, блин. Офигеть какая. Опа, Сталин, рабочий, держи, в чистоте. Ох, типа, я напился. Ох, лучше стало. Давай мне все же в жизни со свиньями валяться. Прикупи себе красивую одежду, почувствуй себя гламурно. Будь святой. Мама мне деньги не дает. Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста. Я в животе рычит от голод, и ты ничего не услышишь. Ну просто скажи, о чем это? Так. Может, горшок? Как-нибудь тебе за что пригодится. Смотри, как бы тебя... В общем, стационарской ближайшей витальной станции туннель очень долгий. Анька, поживай в таком плюсе, я потом, или что мне лучше? У меня потом. Так, ох, ебать, у меня познал, конечно. Совершенно мало. Говорят, ничего особенного. Туннель как-то может. Сухой такой, тихий. Ни боковых туннелей, ни шар. Кого кто купил? Через день бывает, кто-нибудь не слушает. Больше мне не хватило. Пойдет в него один, и все. Опа, еще у нас мясокрылечко. Филита. О, сталкер, только разговор, что о филитах. Что вот, мол, сейчас уже нет того, что новых не найдешь, и нормальных, установленных, что уголь, в свою очередь, набивщики экономят, что не успеваешь филиться и на противогаз накрутить, так уже за новым надо в сумку лезть. Но все равно, чтобы сталкер о филицах не говорили даже ими больше, чем патронами. Это понятно, мутанты на поверхности могут и вовсе не встречаться, а вот травленного воздуха там... деваться некуда. С тотального воздуха деваться реально некуда. Что-то плоховато их заиграя. Заметок, блин, нифига не там не нашел, ни там не нашел. Блин, надо везде лазить. Ни в коем случае нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. Они заговоренные звезды эти. Гипнотизируют или что-то вроде того. Посмотришь раз, и все. Глаз не отвести. А потом не успеешь моргнуть, как тебя внутрь затянет, в Кремль. Все ворота-то распахнуты настежь, а обратно оттуда никто никогда не выходил. Поэтому сталкеры никогда к Великой Библиотеке поодиночке не выходят. Если один на Кремль засмотрится, другой, чтобы его в чувство привел. Это хорошая идея, запомню, а. Если на Кремль не смотреть. Связи. Купи мне крыску. Заткнись. Что ты подорожала? Мы на этой неделе уже ели мясо. Ну, пожалуйста, мам. Я только поиграю и отпущу ее. С медведем своим играю. Хватит жратву транжирить. Капец, блин. Сначала поиграю с крыской, а потом покушаю. Не, я держусь от этого. Вы слышали? На проспекте Мира Кольцевой запретили... Ваня-ка, пойдем. Если кого-то из широков будет сгоза... Так, куда был бандился? О, вот он. Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, шматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Зашибись, все выдвигается. Пойдем. Даже тревогу не включим. Если меня кто-нибудь слышит... Девчон, встал. Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. Никто меня не слышит. Нет, никого. Спасибо тебе, Бабон. Ты мне деньги потом не тратил. Если кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Бургон? Будто сам не слышишь. Проспект Мир. Давай бурки проходи. Я уже Михе запошлял. Но мне, ну, ничего не платили.
Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Никто меня не слышит. Нет, никак. Зенит готов. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу. Станция метро, проспект Мира. Офигеть, у него голос поменялся. Вот наша третья миссия, следующая часть подходит к концу. Да вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Удачи. Спасибо. Надо валить отсюда по быстрому. Вот был бы, как обычно, с вами Пиртарь, а? Сами как все будет мах, продолжение следует. Подождите подписаться на мой канал, посмотреть к этому видео, что такое хочешь, чтобы первым это будет в моих новых видеороликах. Всем пока!